скажу два слова. На самом деле, то, что я сейчас могу дарить свое творчество вам, в этом огромная ваша заслуга. Большое вам за это спасибо. А еще хотела бы сказать отдельное спасибо моему преподавателю по вокалу, Эрике. Она сегодня с нами приехала нас поддержать. Вы ее все знаете. Поэтому, пожалуйста, подарите ей эти аплодисменты. Она прячется там. Я бы ее позвала. Эричка, можно тебя позвать, пожалуйста? Тут два победителя. И она именно нас воспитала. Давай, вот она, вот она. Смотрите. Мамулечка, спасибо огромное. С Новым годом, со старым Новым годом, со всеми праздниками. Любви вам, счастья. Аида. Заткнись, Аида. Сейчас, секундочку, Аида. Ну что, секундочку, 15 секунд. Можете сфотографировать меня с Аидой? Сейчас подождите, фотографируйте меня не сразу после того, как я прошу, а после того, как я убрал микрофон от головы. Аида, вы тоже убирайте. Ну так, чтобы мы как бы просто прогуливались по сити-центру в рамках старого Нового года и так встретились. Что, о, Аида, о, Паша, да, привет. Привет. Спасибо большое. Спасибо, Аида, насколько я понимаю, у тебя аплодисменты не мне.